Добрый день, друзья, с вами Маракаси. Итак, сегодня посмотрим бой на тяжелом танке ВК-7201К. Это у нас немецкий танк, который можно получить только за глобальную карту. И, собственно, сражение весьма даже интересное на нем. Ну и, конечно, хочу порекомендовать вам Twitch Prime набор Королева Мэйв. Вы получите себе на аккаунт такие плюшки, как премиум танк Самуа СМ, Супер Першинг, ИС-2, а также Шерман Лазы и X5 опыта, там девушку-танкистку, 2D стиль и многое другое. Если интересно, то получайте по ссылке в первом закрепленном комментарии. Итак, друзья, собственно, сейчас уже стало очевидно, что ВГ сильно занялись кланами, поэтому я всех призываю найти себе клан. Да, не верю, что я это говорю, но, честно говоря, что-то начало меняться. И это, ну, видно на самом деле. Дело в том, что я сам обладаю кланом, и, собственно, у меня там, ну, много людей уже, набрались почти под 100 человек очень быстро. Но, в общем-то, основное, что хочу сказать, теперь, просто играя в рандоме, можно получать разнообразные плюшки, включая, собственно, такие вот интересные халявные вещи, как промресурсы, на которые можно покупать резервы, там, укреплять, ну, вот этот вот укрепрайон. Ну и, собственно, получилось так, что реально особо делать ничего не нужно, а при этом халява дает много. И сейчас поступает такая вот информация, что разработчики планируют на глобальной карте, при этом значительно облегченной глобальной карте, вывести новый танк Каро до комбатименту 45 тонн. Есть даже такой вариант, что разработчики будут давать данный танк просто из-за того, что ты будешь играть в рандоме. Ну, естественно, не сразу, если ты там выполнишь такую вот огромную длительную там программу, может быть, там полгода придется играть, конечно. Но главное, что это будет все в рандоме. Ну или во взводе. Или, конечно, там кто-то, может быть, будет играть в обычных там клановых тусовках. Ну и, друзья, выигрываете золото в этом видео. Вам всего лишь нужно досмотреть данный видосик до конца и в комментарии указать свой игровой ник. Рекомендую это сделать, так как вы получаете ценный приз, который, я думаю, вам уж точно пригодится. Так что воспользуйтесь данной ситуацией и выиграйте ценные голдовые призы. Так что рекомендую. Ты помнишь его таким? А здесь он стал немного популярней. А сейчас при полном параде бот-кит исполняется 3 года. Тебя ожидает премиум танки и горы золота по 99 рублей. Каждая шестая игра бесплатна. Ежедневные раздачи 5000 золота и отличные скидки. Приходи на праздник, ссылка в описании. И, друзья, конечно, разработчики, как всегда, представили нам, в общем-то, новые акции на пятницу и на выходные. Давайте же посмотрим, что хорошего есть. X4, извиняюсь, опыта за первую победу в день с 6 по 9 ноября. Ну, 9 ноября утром уже заканчивается, 8:30, так что учтите. В принципе, полезно, можно прокачать танк какой-нибудь. Далее, ЛБЗ за бой уничтожить минимум одну машину противника, плюс 50% к опыту экипажа. Далее, за любое количество боев 15 раз пробить технику противника, 3 малых ремкомплекта. Ну, это даже не смешно на самом деле, учитывая, как мало все это дело стоит, но это для новичков. За любое количество боев 10 раз попасть в топ-10 по урону в своей команде. 5 личных резервов 100% к опыту на 1 час. Но вот это уже более, конечно, полезнее. А также, друзья, что стоит отметить. Вот я сам недавно удивился, что, оказывается, дают подарки для ветеранов уже прямо сейчас. Но это не связано с теми подарками, которые обычно бывают в ноябре. Эти подарки, естественно, будут, заслуженная награда. Но, собственно, что я могу сказать, есть такая вот халява, если вы подключали Twitch Prime, ну вот как раз, который я постоянно в каждом своем видео рекламирую, если вы хоть раз там подключали, то вам давали такой танк, как King Tiger.
Собственно, в случае, если вы являетесь ветераном, не знаю, какие конкретно требования там, но, собственно, я так понимаю, два требования. Первое – это то, что вы там давно играете, и второе – это то, что вы, собственно, подключали когда-то Twitch Prime аккаунт. И это как раз награда связана с Twitch'ом. Ну, Twitch – это условно, потому что Twitch уже никак не связан. Там Amazon Prime, короче. И, короче, вам на аккаунт прям поступает такой вот подарок на складе. Если вы зайдете, то вы сможете его увидеть. И, собственно, если присмотреться, то будет выбор наград за жетоны. Откуда эти жетоны вообще взялись? Они взялись в зависимости от того, как долго вы владели King Tigrom. От 2 до 3 месяцев 2 жетона, от 4 до 6 месяцев 4 жетона, от 7 до 9 месяцев 6 жетонов, 10-12 месяцев 8 жетонов, от 13 до 15 месяцев 10 жетонов и 16 месяцев 12 жетонов. Собственно, какие награды там имеются в наличии? На самом деле наград довольно-таки много разных. Есть там X5 опыта, есть премиум аккаунт даже, который стоит 3 жетона, 3 дня према. Универсальное пособие. Ну вот, что мне больше всего понравилось, не знаю, как вам, это экипаж трехперковый. Там, ну, мне лично дали, по-моему, если я не ошибаюсь, там около 8 что ли жетонов. Ну и, собственно, я решил взять себе командира дополнительного. Так скажем, пускай будет, пригодится. Также тут есть там койки в казарме, есть оборудование простое, не боновое. Есть там большие аптечки, резервы разнообразные, правда, вот не вижу резервов на фарм, по-моему, тут нету. Но опять-таки в кланах сейчас резервов на фарм полно. По-прежнему еще принимаю в клан людей, хотя уже как бы битком, так скажем. И, в общем, довольно интересная награда, на самом деле. Можете посмотреть, ну, может быть, вам тоже пришло, если вы пользовались вот этим Twitch Prime аккаунтом. Нужно зайти на склад, и там в самом низу будет поставка с тыла. Она будет гореть, собственно, таким цветом, что-то красным, что у вас там что-то есть, надо нажать. Потом нажать на королевское предложение, и там, собственно, выбираете, что хотите. Ну, в общем-то, довольно-таки неплохо, я считаю. Конечно, кто-то скажет, что нафиг оно все сдалось. Типа, особого смысла нету в этом. И так халявы хватает. Но я считаю, что мелочи, а приятно. Лично мне было очень приятно получить такие вот награды. Я ничего такого не ожидал. И мне было очень классно. Ну и ко всему прочему, тут можно купить King Tigrom. Возможно, кому-то нужен этот танк. Собственно, его можно было раньше получить вместе с Twitch Prime аккаунтом. Сейчас такую возможность убрали. Но теперь можно его просто приобрести, если вы захотите. Но стоит он, по-моему, 1100 рублей. Ну, короче, очень что-то дорого. Но, возможно, кому-то нужно, не знаю. В любом случае, еще один как бы довод в пользу того, что все-таки Twitch Prime аккаунт нужно подключать. И уж поверьте, если сотрудничество вот это вот затянется, оно, скорее всего, будет продолжаться между Wargaming и Amazon, то количество разнообразных подарков, оно будет расти с каждым годом. Хотя не знаю, сколько еще танки там будут популярны, но, собственно, я считаю, если вы играете, то нужно Twitch подключать. Ну, о чем я и говорю в каждом видео, по ссылочке возьмите, приобретите. Некоторые боятся, думают, что это какой-то развод. Нет, это все, собственно, ну, официально. И также, друзья, 27 ноября будет зимний марафон. Ну, собственно, как я и говорил, сейчас уже информация 100% подтвердилась. Я считаю, что марафон будет на итальянский тяжелый танк с новой системой дозарядки. Поэтому, ну, в общем-то, старайтесь сейчас, вот я вам рекомендую, ну, копить серебро, там, резервы, чтобы как можно комфортнее пройти этот марафон. Он будет очень жесткий, по некоторой информации, то есть танк сам по себе имбовый, поэтому...
БГ, конечно, как всегда, там сделают супер жесткие условия, что аж многие в шоке, я думаю, будут. Такие вот дела, друзья. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам всего хорошего, удачи вам.